Привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х4 под стекло. Будет стоять она рядышком вот с такой теплицей у нас, самодельной, стеклянной. В принципе, неплохо собрано. А пока приехали, разгрузились, начинаем работать. Каркас теплицы у нас построили, обшили уже стены стеклом. Каркас закреплен бетоном, все выровнено по уровню. Сейчас готовим крышу. Начнем крыть крышу. Помимо стеклянной теплицы, ранее сюда были доставлены два парника 3- и 2-метровой длины. Парник типа хлебница на брусе, брус палисандр. И тут какое-то свое еще основание сделано. На участке хороший перепад высот, стоит на горе. Поэтому вот такие тут основания. Самодельная теплица стеклянная, наша стеклянная и два парника. Вот у нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда, размер 3х4 под стекло. Стекло 4 мм, сразу же смотрим, держится с помощью профиля систем база крышка. С обоих торцов у нас установлены алюминиевые двери. Левая, другая, правая. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров, выставлено выровнено по уровню. Снизу сделан отлив 3-гранный фигурный. Также имеются диагональные усилители. Есть у нас один форточный блок на термоприводах. Теплица очень большая, очень прочная, надежный каркас. Очень прозрачная и очень красивая. О, чуть не упал. Вот такая вот отличная легенда 3х4 у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.